В годы Великой Отечественной войны на полях сражений погибло более 11 тысяч дагестанских солдат. В послевоенные годы республика, как и вся страна, испытывала нехватку продовольствий. В Национальной библиотеке прошел круглый стол на тему «Урок Великой Отечественной войны и вызовы современности». Депутаты Народного собрания Дагестана пригласили на встречу студентов республиканских вузов, чтобы напомнить им о событиях тех лет и лично пообщаться с участниками событий, ветеранами Евгением Васильевичем Галкиным и Алексеем Рамазановичем Сатуровым. В честь праздника руководитель республиканской фракции КПРФ Махмуд Махмудов вручил героям памятные медали.